Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Мы с вами на Блошином рынке в музее Москвы. И перед вами яркий сервиз в горох в Довбыш. Здесь много интересного. И на самом деле не только фарфор. А вот видите, опять деревянные шкатулки, жестяные шкатулки всякие. Но очень много интересного. А вот сейчас перед вами вы увидите здесь даже саба деревянные, которые привезены из Голландии. Так что можно встретить здесь все что угодно. И открою небольшой секрет. Если вы хотите купить что-то подешевле, то на полу как раз на земле можно купить именно подешевле. А если вы пришли за более дорогим антиквариатом, то его стоит искать уже на столиках. Ну вот такой небольшой секрет. И здесь, конечно, всегда дешевле, чем в помещении. Ну, потому что и места стоят дешево. А перед вами вы видите здесь еще и много фарфора. Уже знакомый нам фарфор. Чайные пары формы лучистые ЛФЗ и вербилки слива. Но стоят они где-то около 400 рублей стоили. А еще вы видите сирень. Я поинтересовалась, что за сирень, которая стоила 1000 рублей. Но это почти такие же пары чайные, как у меня были. Но я их покупала за 350 рублей. Ну, это Калла, а эти вот стоили 1000. Это Германия какая-то. Это Дулёва, это Кизил знаменитый. Да, а вот эта вот вазочка сколько стоит? Эти вазочки 600 рублей. По 600, обе. Да. А вот эта вазочка такая красивая. То есть маленькая вот, да. Эта, да? Это Дулёва старенькая вазочка. И сколько? 1000 рублей. Ну, там ручная роспись, да. Я вижу. Да? Кружка вот эта большая сколько стоит? Чашка? 1000 рублей. Она новая, да? Нет, это старенькая Дулёва, просто в состоянии у нее очень хорошее. Витринная. Да, да, она не пользована, что там золото не стерто. Ой, а покажите мне вазочку, пожалуйста. Вазочку, сейчас я покажу. Попробую ее достать. Нет, да, вот это. Да, может, мне лучше ее купить. А у вас такой еще нет, разве, вазочки? У меня такой точно нет. Это не скол, это как было. Это у нее завоздушка там. Все живопись. Такая милая. Ой, это очень красивая вазочка. Да. Себя оставлю. Давайте удобную вазочку такой же формы. И, ну, в общем, такого же размера, тоже Дулёва. На канале «Хрустальная мозаика» у Лизы. Она была зеленого цвета, только я не поняла, там была ручная роспись или, это, или деколь. Ну, в общем, стоила она там 300 рублей. Моя же вазочка, за нее сначала попросили 1000 рублей, но я сторговалась на 800. Поэтому, конечно, цены у нас очень сильно отличается в разы. Правда, найти можно все что угодно, но цены в разы. И после вот этих своих покупок решила притормозить и больше уже ничего не покупать, потому что купила слишком много всего. Но вазочка мне очень понравилась. Это ручная роспись. Посмотрите, какая красота. Ну, вот так она мне понравилась, так к сердцу пришла, могла не купить. Так, ну это 58 год. 58 год. Ну да, старенькая. А сейчас посмотрим, что на другой стороне. Вот видите. Тоже ручная роспись.
но уже более скромный букетик. Такие замечательные цветы. И форма мне очень понравилась. Удобная для цветов. Ну просто очень большой он у вас. Все думальщики у нас. Нет, красивый, безумно красивый. Но просто даже не знаю, куда его. Вот что. Дорогие друзья, все-таки купила этот гобелен. Начинался дождь. И я решила его все-таки купить. Он стоил недорого, 400 рублей. Но решила, что куда-нибудь его пристрою. Хотя куда, в общем, даже не знала. Вот. Ну, что делать? Да, надо было помочь бабушке. Ну, и потом гобелен, конечно, был хороший. В той стороне речки церковь стоит. Кони пасутся. Лодки, стога сена, ну, в общем, да, наш край. И размер 50 на 136 этого гобелена. И я уже, видите, даже отражение в воде церкви. Я уже решила, что я повешу их на свою дачу в бане. Кстати, никогда вам не снимала баню, все время забывала. Давайте в этом году все-таки, в следующее лето все-таки постараюсь ее снять. Вот и дождь начался. Что такое? Это 60-е года, 70-е, 50-е, Германия. Ручная работа, ручная роспись. Очень редкие коняшки, пришла коллекция вот у нас. Земли Баден-Вюртемберг, Людвиг. А сколько такие большие? По-разному, очень по-разному. А почем лошадки? Вот эти. Вот эти по три. Не поняла. По три. Вот эти по три, средние, да. А вот эта какая шикарная. Она шикарная, да. Она очень такая старенькая, прям мастер ее расписывал. А вот этих взяла дочка немецкая, почистила. Ну, это просто художественно, вот, который вы взяли. У нее даже грива да, сделана. Да, шикарная. Вот, да, а да, здесь да. Есть малышка одна. А посмотрите, какая она. Она со стременем, с уздечкой сделана. Ой, и сколько же такая прелесть стоит? Ну, вот эти по 1000 рублей малышки. По 1000. Угу. А что вы говорите, дочка потерла? Протерла немецкая дочь, это ее коллекция. Она желательно вычистила, ну почистила. Как? Хорошо или плохо? Антикварщики не любят, они считают, что нельзя 50 лет пыли ее вытирать. Да, да, вот да. Это не вытертое. А это, да, это мастер, вот, вот это вот очень классная коняшка. Ну у вас вообще утюг, чайник. Еще раз, вот это сколько стоит? 3000. Две возьмете, я вам по 2500 отдам. Они на Новый год просто вообще. Да, да, вот на Новый год. Шикарно подъем. Знакомый какой рисунок? Это кто у нас? Прям вот знакомый. Англия. По распродаже. Вот эта часть, она прям распродажная. А вот это вот что это такое? Бульонница, супница, кашки. Это кто? Германия. И сколько она? Вот видите? Да, и сколько? Вот так вот комплект стоит 2500, 4 предмета. Да. Коллекция птиц. Да вы что? Шикарный. И сколько? По 2500. Вот эту могу отдать за 2, потому что она повторная. Обалдеть. С той стороны удобнее будет, да? Вот перед вами фигурки уточек. Я спросила у продавщицы, она их продает за 4000. Ну, я уже вам говорила, что то, что продается со стола, дороже, чем с земли. Но все равно цену эта продавщица немножко
большие, вот, например, чайные или даже скорее кофейные пары, которые вы здесь видите, фарфоровые, по-моему, это немецкие пары, они стоят 2500. Ну, не знаю, или так все подорожало за последнее время, или все-таки она ставит немножко больше. Хотела купить очень много чего, потому что столько интересного здесь, но не успела, уже пошел дождь. Хотела и фарфор более подробно посмотреть, и наш в том числе. Хотела и бижутерию, но не получилось. Да, пошел дождь, и я ничего не успела. Но все равно не все вам покупки показала. Покупки будут еще. Специально увидите. Ну, в общем, смотрите. Все, пошел дождик, надо убегать. Я с вами прощаюсь, мои дорогие друзья. До встречи. Вы уже поняли, что я купила. Обнимаю, целую. О, и уже, наверное, надолго. Сразу все зонтики открыли. Вот так вот. Кто что на себя одел. Спасибо, счастливо! Хотя бы быстро пролететь, что вот я не увидела здесь. Ой. Ой, посмотрите, хоккеисты.